А вы, детки, хорошо себя слушались? Подарки! С Новым годом всем скажи! Что же там? Пока Каяина говорит по вайберу, я забью мои любимые сюрпризики! А ну, брысь от моего сундучка! Всем привет, с вами я, Каролин, и сегодня Дед Мороз мне принес подарки. Подарки! С Новым годом! Всем скажи! С Новым годом! И Дед Мороз наконец-то тебе принес? Да. И себя он положил, да? Да, давай, покажи, какие подарки у тебя. Вон, 5 пакетиков было, да? И начинаешь ты с самого маленького. Мы, конечно, уже подглядели, какие подарки. И сейчас хотим показать вам. Покажи Дед Морозика. Его можно повесить на елочку. На елочку можно? Посадим его вот сюда. О-хо-хо! Еле-еле ключ открыла. Это шкатулка? Да. Это коробочка железная. Непростая. В ней находятся самые настоящие сокровища. Монетки! Начнем с другого пакетика. Так, со второго пакетика. И что там во втором пакетике? Каролина, Каролина даже песенки уже все выучила, да, Каролина? Да, такая зайка. И это закрылась. Вот и она здесь. И она, да? Здесь сумки и вот такая вот. И на Мика. Да. Но все обзорчики мы сделаем, и скоро вы их увидите. Да. Ну, давай к третьему пакетику. Или какой это? Нет, третий, четвертый пакет. О, и там находилась... Кортли Джестер. Мы с мамой мечтали о ней. Да, мечтали. Особенно мама, конечно, мечтала. Мы хотели в Америке купить. Да, но не доехали до Америки, да? Но давай, вот этот большой пакетик меня вот очень интересует. Что же там? Стардарлингс, это же... Из второй серии. Да? Музыкальной. Музыкальная. Ты такие хотела? У нас одна девочка уже есть. Инструменты там. У нас, там где желтая, там музыкальная коллекция, а где голубая девочка, там звездная коллекция. Вот таких куколок, да, тебе подарил Дедушка Мороз? Такие подарки красивые. Да, да, да. Наши хотелки, Кортли. Наши хотелки? Да. Да, мы пахали, да, наши хотелки. Да, да. Да твои, может быть, хотелки. Как книга. Да, как книга. Мы обязательно сделаем на нее обзорчик. Спасибо, Дед Мороз. Да не за что, Каролина. Ты была целый год хорошей девочкой. Вот я тебе и подарил. А как только я увидел, что ты оделась, как я... Ты помощница Дед Мороза, Санта-Клаусиха. Я буду тебя слушаться. Если ты будешь слушаться, то я тебе каждый год буду дарить твои хотелочки. А вы, детки, хорошо себя слушались? К вам приходил Дедушка Мороз? Если да, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Подписывайтесь. Наконец-то! Пока Каяина говорит по вайберу, я забью мои любимые сюрпризики. Это мне их Дедушка Мороз принес. Ой, тут какие-то новенькие. Балдеж! Надо спешить, пока она не вернулась. Идите ко мне. Вот положила в пакетик и бегом отсюда. Эх, 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 ой, эх.
Что это за мыша? Куда она утащила мои сюрпризики? Подожди у меня, как только я освобожусь от этой коробки, быстро их верну себе. Эй, откройте же меня! Вы слышите? Быстро, я сказала! Не слышат. А это я пропустила! Что это за красивый сундучок? Может, там конфетки? Если да, то я их тоже захвачу! А ну, брысь от моего сундучка! Все блестящее, только мое, поняла? Эх, жаль! Надо пересчитать, вроде все на месте. Фух! Друзья, а вам понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь!